Всем привет из Аверят. Погода просто шикардос. По-другому не сказать. Собака закрыта в ограде. Почему? Потому что прыгает, что-то она бесится. Забор, здрасте. Молния. Даже не успел снять. Что это такое? Здрасте. Что делает она? Я даже не успеваю бегать, правда, снимай. Лети. Лети. Лети ко мне. Такая собака, а. Ну что ты будешь делать? Неуловимый мститель. Вот. Лети. Лети. Летюша, иди ко мне. Ко мне. Хорошая девка. Хорошая. Вперед! Вперед! Сколько лет? А ума нет. А что, стой. Че глаза-то грязные? Стой. Козявки-то свои тут убирать надо. Вперед! Вперед! Ой, почесать ей надо. Почесать. Любит, чтобы папа почесал. Сисюльки-то холодные. Вот какая-то у нее то ли аллергия на сено, то ли на что. Не знаю, то ли просто грязь. Не могу понять. Сосок вот этот она немножко подморозила. У нее еще не так сильно подтянулся. Холодно ведь. По ночам тут около 30 бывает. Будку не хочет и все идти. Так бывает, залезет, спит на улице. Кусема. Кусемка. Папина кусема. Восьмерых родила, а ведет себя как ребенок. А ведет себя как ребенок. Иди сюда. Иди ко мне. На солнышке вроде даже припекает немного. Ну, капец, холодно по ночам. Еще положи на себя эту косточку. Дай мне. На. Побаловаться. Баловница. Зубы. Это зубы ты уже ешь. От башки, от говяжьей. Зубы одни остались. Ой, что делает, а? Ну, что, скоро еще будет у нее излишек костей. А зачем так-то лежать-то? А? Зачем так лежать? Давай опузенисую. Хочешь у тебя? Будем бегать, прыгать и играть? Бегать, прыгать и играть будем? Лети, ты что, поплыла? Все, поплыла, девчонка-то? Поправилась уже у нас? Покажи свои клыки. Кстати, я вот вчера обращал внимание, что никакого налета на зубах у нее нет. У некоторых собак бывают желтые зубы. Может, это в силу возраста.
они желтеть начинают. Ну вот у нашей вот такая пасть. Складки вот тут такие, запасы. Вот, лети, у тебя все в порядке? У тебя все в порядке, нет? Ты ведешь себя как маленький ребенок. Ты взрослая, серьезная собака. Серьезная, среднеазиатская овчарка. Ты должна быть вообще прям ух какая. А ты ребенок. Ты ребенок. Ты же еще ребенок совсем. Да? Да. Тявкает там. Вообще. Хочется выплюнуть. Костя, выплюни. Дай косточку. Что у тебя во рту? Медведь. Лети. Пошли. Выплюнула. Вперед. Побежали. Попалась. Давай вместе сфоткаемся. Щелкнем. Щелкнем друг друга на память. Смотри в камеру. Смотри. Собака. Собака. Играть ей надо. Играть. Так ты пошли, пошли играть, побежать. Молния. Папа в тапочках бегает. Эй, красавец. Ты зачем Костю в рот берешь? Кто ее у тебя заберет? Кто ее у тебя заберет? Все. Давай камеру сюда поставим, обнимаемся. Как мы с тобой обнимаемся, покажем. Классно? Я классный? Классный папа у тебя? А Летюшка классная у него? Ты моя классная собака. Ты такая классная. Ты Костя отпусти. Ты что сегодня с этой Костью-то? Понравилась она тебе? Понравилась? О, да. Классная собака. Классная. Все. Ладно. Папе надо идти работать. У Летюшки здесь свои дела. Да? Чем ты сейчас будешь заниматься? Красота моя. Красота неописуемая.
Ладно, дорогие мои. Вот так вот и живем. Сколько ей уже? 2 года было в феврале. Такая сладкая собака у нас. Ну, 2 года она у нас еще не живет, но 2 года. Так что не бойтесь, заводите среднеазиатских овчарок, алабаев. А сейчас вашему вниманию видео 4-месячных щенков, тех, кто у меня купил. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока. Вот она бегает как. Арти гуляет, Симба, не прыгай. А, ну вот мы из дома вышли, все дела мы на улице делаем. Катюш, не мешай. Пусть Арти в туалет сбегает. Все. Ну, вот, со всеми спокойно. Дружит, общается. А, привет, Вась, привет. Арди, тебе косточки нельзя. Ты потом дома покушаешь. Арди, иди сюда. Арди, ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Вот и девочка моя. Вот она, Клашавич. Вот она. Да, Вась? Они все... Не поймут, чё тут мама... Ай, Вась, не прыгай. Арди, иди сюда. То есть вот Василиса, вот Арди, вот Симба, Катя. То есть приняли ее хорошо, она со всеми тоже вот. Ну, любимая у нее вот Катя. Вот, вот, вот она с ней любит играться. Ночует дома, еще маленькая. Дома спит, погреется. Вот на улице потом бегает, играется. Ну вот, Катя. Достает. Ну, Катя постарше, молодец, понимает, не огрызается. Вот Арди хулиганит. Куча мала. Арди, осторожно, а то снесут тебя. Ну нет. Такой характер. Вот бесится хором. Сейчас прохладно. Маму не снесите. Да вот куча мала у нас. Выбегает, кушает, потом дома спит без задних ног. Thank you.
Че, хулиганка? Да, ой, шпана хулиганистая. О, вот она, хулиганка наша. Харди лежит, и Вася лежит. Вась, потом пузо почешем. И ты у меня красавица, и ты у меня красавица. Ой, Симба, и ты красавчик. Все, 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 все. Эй, маму не снесите. Куча мала наша. Тут все дружно живут. Все бесятся, играются. Будем выставлять. Вот бои самые у нас вот здесь вот. Баталии. А так ни на какие бои я ее не собираюсь. Специально брала на выставку. Вот с марта будем готовиться. В мае уже выставка у нас будет первая. В Москву тоже пришла зима. Сугробы по колено. Правда, не минус 20, как у вас.
дыхание растет. Не дает покоя Дару. Ну, передай привет папе с мамой. Бывшей папе с мамой. Алиса. Алиса. Дай сюда. Сюда дай. Хард, ко мне. Хард, ко мне. Иди сюда, хорош. Хорош. Ветку жуешь. Дай сюда. А? Дай сюда.
дай. А ну-ка, дай. Дай сюда. Дай посмотрю, что там у тебя. Фу. Фу. Парень, тебя не кормят. Ну-ка, отдай. Отдай, говорю. Отдай, хулиган. Отдай, говорю. А, ку-ку. Отдай. Отдай, говорю. Хорош, хорош. Бешене или ханша, она же Ханна, для домашних. 4 месяца, вес килограмм 20-25, не взвешивали просто, давно. Не дает. Содержание уличное. Кормление. Натуралка. Ничем не болели. Тьфу-тьфу-тьфу. Все хорошо. По характеру. Очень подвижная. Упрямая. Если ей что-то надо, она своего добивается. Обидчивая. Если наказывать, долго не отходит. В семье маленький ребенок, очень адекватное отношение. Быстро все понимает, схватывает. Но настоящий алабай, у нее на все свое мнение. Свои 4 месяца уже успешно охраняет двор. Шило, конечно, в одном месте. Но, как ни странно, не погрызено еще ни одной пары обуви. Не порчены никакие личные вещи. В общем, все в рамках приличия. Да, Хань? Ханочка, ай, ты моя хорошая. Ты моя хорошая, ты моя девочка. Да, да, да. Ай, ты моя хорошая. Достается, конечно, старшему ее товарищу. Да, Дарик. Принял он ее сразу очень хорошо. Вместе гуляют. Спят, правда, по отдельности. Едят тоже вместе.
Всем привет! По просьбе Сергея снимаем видео. К нам приехала в питомник щенок Сао. Моделька, как ее называл Сергей. У модельки очень большая стая. У нас 12 собак. Питомник называется Абсолют Стар. В основном у нас порода сибирские хаски. Моделька растет очень послушная, хорошая девочка. Характер у нее просто замечательный. Сергею большое, конечно, спасибо за такую собаку. Кушаем мясо, овощи. Моделька прекрасно растет. Скоро у нас первые выставки будут. У нее друзья хаски. Ездим, занимаемся. Очень хорошая собака. У нас уже есть Цао. Цао у нас девочка взрослая уже. Она ее, конечно, не приняла. Но хаски с удовольствием с ней подружились. И она тоже не против с ними поиграть. Довольно-таки... Где можно и побегать. Есть что охранять. Сейчас вот яблоки едят. Перекус. Так, в общем-то, все хорошо у нее. Никаких проблем с собакой совершенно нету. Очень послушная, скромная девушка. Без каких-либо претензий. Замечательная. Растет хорошо. Играет. Хорошо в машине ездит. Дорогу переносит хорошо. Вот сейчас очень радуется, что я зашла к ним. Они как раз гуляли. Модельку мы назвали Дана. Ей очень это имя подошло. Она на него хорошо откликается. В общем, все у нас хорошо. Моделька подрастет, обязательно следите за ее жизнью. У нас в группе много фотографий выкладываем. Так что скоро пойдем за наградой.